нас внезапно отключили электричество в университете. Выхожу сейчас с университета. Погода очень классная. Сегодня 28 днем. 21 декабря. Мы сегодня занимались вот там в другом здании. Необычно, потому что у нас нет света. И сейчас мой одногруппник с Украины спросил, чем это я занимаюсь. А я снимаю влог, у меня свой канал. Я сейчас нахожусь в метро и сделали такую штучку, что можно оплачивать теперь банковскими картами. Вот так, помимо обычных карт метро. Такая у меня... Реально, мне кажется, сделали на этой неделе, потому что раньше я не видела, интересно. Я шла на учебу сегодня вот в таком теплом свитере с ушками. А сейчас уже очень жарко, я разделась, плюс 26 на улице. Вот мой поезд. У нас вот такие вот все поезда, зелененькие, лазурного цвета. Все одинаковые, новенькие, красивые. Хочу вам показать, это бинланг, это, я даже не знаю, что это, типа орехов, вот такое растение, его очень опасно есть для здоровья, может вызывать рак, и это сравнимо с никотином, с алкоголем, в общем, только люди, которые любят вредить своему здоровью, вот они это употребляют. А кто не знает, может, конечно, попробовать, но... Все говорят, что это очень опасно для здоровья. Кстати, в Тайбэе иногда зимой довольно-таки прохладно. У нас же почти всегда зимой тепло и хорошо. Хотя вот в прошлом году было 2 недели, когда я носила зимний пуховик, но в этом году пока что такого не предвидится. Но если наступят такие холода, то я буду очень рада, что смогу поносить и другую одежду. Завтра Рождество, 25 декабря, нам в университете сказали, что будет обмен подарков, попросили каждого подготовить подарочек на сумму около 100 тайваньских долларов, это где-то 200 рублей, но эта сумма очень маленькая, поэтому я ее немножко превысила. Вот, покажу вам, что я купила и как я буду это все оформлять. Я купила вот такие огоньки, они похожи на те огоньки, которые я купила для себя, пока я еще их не приделала к стене, они вот так вот просто болтаются, но там меньше штучек, тут, по-моему, 30, а тут их 20, вот так они мигают, в принципе, недорогие, как раз уже открывали, проверяли, все работают, и также купила шоколад, макадамский орех,
И еще вот такая вот открыточка с Рождеством. Это Тайбэй 101, в котором я была и снимала недавно влог. Вот такой вот муд, настроение Нового года. И оформлять это все буду вот в такой вот бумаге оберточной, розово, с оленями, праздничной. И купила такую ленту для банта. Попробую это все красиво оформить. И еще завтра мы будем ходить по классам, переодевшись в Дедов Морозов, оленей северных, снегурочек. В общем, дарить конфеты и задавать вопросы остальным классам. Купила конфеты, каждый должен принести конфеты. И купила преподавательнице тоже конфетки. Завтра подарю. Подписала открытку, написала, что желаю счастливого Рождества и счастливого Нового года, чтобы он принес успех. Красиво же получилось. Вот такой подарок у меня получился. Я его запаковала, достаточно долго паковала. И в конце забыла вложить открытку. Пришлось заново развязывать бант, открывать коробку. Но, слава богу, тут несложно его открыть, отцепить. Скотч. И заново опять упаковала. Вот. Ну, в итоге, думаю, кому-то очень понравится.清风说无聊，可是清风他不会跳舞啊。对啊，他不会跳。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。他们怎么又跳上人的花堂？哦，谢谢。好，谢谢。没有，没有那个。亲亲吗？那个谁，我要抱他，我要抱他。 圣诞节是什么？Вот такой подарок я получила при обмене подарками. Это типа копилка, просто абсолютно бесполезная безделушка, и я собираюсь от нее избавиться. И это мешок с мусором с нашим. Я все выброшу. Мне кажется, это подарок передаренный, естественно, не купленный. И я вообще не понимаю, как можно подарить такую вещь. Я ждала что угодно, даже просто какого-нибудь кремчика для рук, что-нибудь там, масочку для лица. Ну, что-то вот, ну, простое, дешевое, но что-то, что можно как-то использовать, а не просто какую-то хрень. Зашла сейчас в канцелярский магазин возле дома, и тут такие новые красивые тетрадки привезли. И вот эти тетрадки с клубничками, внутри тоже есть клубнички. Тут всегда много всего интересного. Вот я недавно покупала себе с кактусами, тоже такую мне понравилось. Тут всегда огромный вообще выбор тетради, но нужно копаться. Этот магазин у нас вообще прямо в шаговой доступности от дома.
и я тут зачастую себе что-то выбираю, потому что я канцелярский маньяк. Какая прелесть. Так как тайванцы обожают всякую милоту, тут большинство тетрадок вот такого формата. Но есть и обычные такие нейтральные, мне тоже нравятся. У меня, кстати, уже есть один влог, где я снимала канцелярский магазин на Тайване. Я оставлю его в описании под этим видео. И если хотите, пишите комментарии, я еще больше поснимаю канцелярских магазинов. Но вообще, это вот такие листы, которых внутри много, и можно их использовать, что-то писать на них. И как открыточки можно кому-то писать, и себе напоминалки. Вот много таких видов внутри в одной упаковке. Их тут очень много, очень разных. Кстати, вот такая тетрадка у меня есть дома с кроликом. Все листы разноцветные тоже, с картинками. В общем, я люблю канцелярские магазины, и я даже покупаю что-то, когда мне ничего не надо, просто про запас, чтобы у меня было, потому что красивые вещи найти непросто. Кстати, снаружи магазина вот там вот находятся разные рождественские карточки, открытки. Здесь продаются всегда зонтики и одежда от дождя, вот такие накидки, и никто никогда не ворует, и это нормально, оставлять вот столько товаров на улице. В общем, вот такие тайваньцы. Иду домой с покупочками. Сейчас приду домой, нужно делать уроки, готовиться к завтрашнему дню. Вот так выглядят у нас автобусные остановки на районе. Вообще просто вот такой столб с расписанием и ничего, потому что тут уже какая-то забегаловка. И вот так просто стоишь. И автобус останавливается здесь, и тут написано, какие станции, во сколько приходит автобус и какие автобусы сюда приходят. Импровизированная остановка, но, конечно, в центре города они более цивильные. Мы живем в доме на 4-м этаже, и каждый раз, когда я сюда поднимаюсь по несколько раз в день, это просто упражнение для ног. Очень такое серьезное. А? Где свет? Вот.